Я очень далек от криптовалют, биткоинов, блокчейн, технологий, децентрализации. Для меня это как интернет 2000-е года. Но за последний год я за эти биткоины столько наслышался новостей, что непременно стало интересно. Все знают, что стоимость биткоина то растет на несколько тысяч долларов в день, то падает, и кто-то да и зарабатывает на этом неплохие деньги. Если вы не хотите во всем разбираться, в принципе, как и я, то могу вам порекомендовать команду Start.com. Она позволяет зарабатывать на современных технологиях, не переводя деньги в саму криптовалюту. Вся подробная информация на сайте. Ссылочку я оставил в описании. Дорогие мои ребята и девочки, это не видеоблог, это программа о музыке, хип-хопе, информационном. Видеоблогинг – это совершенно другое. Так что всем вам советую поменьше разговаривать и побольше вникать в информацию. Поменьше трёпа, ребята, побольше дел. Ребят, в конце передачи, это не мой новый трек, это были просто наброски, из которых потом получился фристайл. Это не новый трек. Колян, я на тебя не, я же на тебя не подписан в Инстаграме. Да, он на меня не подписан. И на него не подписан. Подписан еще? Бля, может.